Hi everyone! Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке мы будем продолжать изучать эту тему NML, электронное письмо. На прошлом уроке вы прочитали, выписали новые слова, устно перевели, выполнили упражнение номер один, поработали над этим текстом. Вы его очень хорошо должны знать. Поэтому это была подготовка к сегодняшней работе. Сегодня вы будете писать письмо. Смотрите внимательно. I can write an email about my class. Я могу писать письмо о своем классе. Сегодня вы должны написать письмо о своем классе. Вот здесь есть writing guide вам в помощь. What's your name and age? Как вас зовут и сколько вам лет? Where are you from and what's your school? Откуда вы и какая ваша школа? How many people are in your class? Сколько учеников в вашем классе? Do you do sports as a class? Занимаетесь спортом? What sports do you and the other people in your class like? Какой спорт вы и ваши одноклассники любят? What other lessons do you enjoy? Какими уроками, от каких уроков вы получаете удовольствие, почему? What questions have you got for Beth? Какие вопросы у вас есть к Beth? Теперь ваша задача написать email четко по вот этому образцу. То есть у вас будет точно столько же параграфов. Для кого сложно писать своими словами, да по сути своими словами здесь и писать не надо. Вам нужно написать вот по именно вот этому образцу. Вы смотрите предложение, здесь все просто. My name is Beth. Меня зовут Beth. Вы пишете просто свое имя. I'm 13 years old. Поставите свое значение. Дальше. I'm a student at Liberty High School in Brighton. Здесь вы пишете Зеленогорская school gymnasium. Дальше. I like school. Если вы не любите школу, вы пишете I don't like school, там, например, да? There are about 30 people in my class. Вы пишете, сколько у вас есть человек. Дальше. We work hard, but we have fun too. Мы работаем упорно, но мы веселимся тоже. We do a lot of our lesson together, but not sport. Мы делаем наши уроки вместе, но кроме физкультуры, да? Girls and boys have different games lesson. Мальчиков и девочек различные группы, да? Дальше. I like sport. I'm really into basketball and tennis. Я люблю спорт. Я очень люблю баскетбол и теннис. Итак, то есть все, что вам нужно сделать, это, по сути, написать то же самое, подставив свою информацию. My favorite tennis player is Rafael Nadal. Вы пишете my favorite, не надо tennis player, можете написать football player, любой игрок, да, volleyball player там, и так далее, спортивный какой-то игрок с какой-то командой, напишите его имя, фамилию. То есть у вас должно быть здесь стоять своя информация. Все, то есть вы записываете все примерно. Если вам не нравится какое-то предложение или вы там чем-то не занимаетесь, вы просто подставляете свое предложение, если оно вам не нравится. Ну, например, вы вообще не играете в футбол, у вас нет своих любимых игроков. Вы пишете там my favorite singer, моя любимая певица там такая-то. Или I really like sport. А вы не любите спорт, вы пишете I'm really like music. Да, I'm really into music. И когда вы пишете следующее предложение, у вас здесь my favorite tennis player, мой любимый теннисный игрок, вы пишете my favorite musician is мой любимый музыкант, является, и пишите имя, фамилию. То есть поставляете свою информацию вместо этой. Если вам не, у вас нет любимого спортивного игрока, и вы не играете в теннис. Дальше. My favorite lesson is music. То же самое пишите, какой у вас любимый урок и так далее. В общем, все, что здесь есть. Вот здесь есть вопрос. Вот вопрос, который вы задаете Beth. What about you and your class?
What's your favorite team? Ну, то есть это не BF, вообще пишите вопрос тому, кому вы отправляете письмо. И вы спрашиваете, а как насчет тебя, о твоем классе, да? То есть то же самое, по сути, ты спрашиваешь у человека, нравится ли ему в школе, что он там изучает и так далее. What's your favorite team? Какая твоя любимая команда, да, спортивная команда? Please write and send a photo if you have got one. Напиши, пожалуйста, письмо и отправь фото. То есть вы вот это вот оставляете все как есть, кроме... Здесь вы пишете, кому вы пишете письмо, можете придумать любое имя. Все, то есть я от вас сегодня до 6 часов вечера жду, чтобы у вас было в тетрадочке рабочей написано. Еще раз, число сегодняшнее, тема урока написана, email. Потом вы начинаете писать по всем правилам, по образцу письмо. Также пишите hi, запятая, и пишите первый абзац, второй, третий, четвертый. И здесь вот пишите то, что осталось у вас, до свидания и так далее. Вот, то есть все должно быть четко выполнено вот так. Вот это первый абзац. Дальше отделяете первый абзац от второго абзаца. Видите, промежуток есть. То есть вот на следующей строчке пишите. Дальше здесь строчку пропускаете, здесь. Все, то есть вот таким образом оформляете все это письмо. Все. Good luck, всем удачи, жду ваших работ до 6 вечера.